Иванова снова в движении. В движении WorldSkills. В областном центре на базе политеха стартовал первый межвузовский чемпионат по профессиональному мастерству. В программе соревнований две компетенции высшего образования – интернет-маркетинг и рекрутер. Оценивают участников соревнований столичные эксперты. Выявление профессиональных навыков – это непосредственно проявление уровня компетенции по различным направлениям. И это также является огромным подспорьем для потенциальных работодателей, которые могут увидеть на практике те навыки и умения, которым обладает будущий их сотрудник, нынешний выпускник. В чемпионате приняли участие студенты четырех вузов – трех ивановских и одного московского. Впереди три соревновательных дня, по итогам которых определят лучших в каждой компетенции. Но и те, кто не займет вершин пьедестала, все равно победят. По крайней мере, сами участники в этом не сомневаются. Вообще, я очень рада, что наш вуз принимает участие в таком масштабном мероприятии. То есть для меня это большой шанс в дальнейшей деятельности. То есть даже если я не займу какое-то почетное место, даже сертификат участника будет для меня хорошим, так сказать, стартом для продолжения в профессиональной деятельности. Лучшие в своих компетенциях на региональном уровне представят Ивановскую область на национальном чемпионате. А еще получат новые знания, подтвержденные документально. А значит, больше шансов в дальнейшем успешно трудоустроиться. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.